Вот, приехали на лаосскую границу. Тут что-то непонятно. Надо нам визу ставить, не надо. Что-нибудь нету. Ну, это не автобус. Принесли бас, это ад-бас. Просто колени болят. Автобус у нас в пузик. Дует со всех сторон. Плед даже вот такой жесткий, не помогает. А вот, патрон. А вы получу. Сезон дождей начался. Добрый день или вечер, товарищи или завистники. Конечно, поход у нас удался, даже не могу сказать на какую цифру, вот, но вот едем мы в Сливбасе уже порядка 20 часов. Ой, вторые сутки уже пошли. Одного товарища мы уже потеряли. Вот. Не сумел справиться с организационной системой управления Вьетнама. Лаос. А или Лаоса, какая разница. Вот. Но мы все равно теряем надежду завтра его встретить, увидеть. Вот, обнять и прижать к своей мужской груди. Вот. Чтобы больше прижать и никогда не отпускать. Никогда. Он всегда был с нами. Вот. А в целом у нас все хорошо. Вот. Поначалу, конечно, эти места, они, конечно, рассчитаны для вьетнамцев или лаосцев. Вот. Но потом вроде все стало. Настоящим европейцам здесь вообще очень-очень-очень неудобно. Вот. Но даже Егорыч, вот, посмотрите, влился вот, в систему, вмял свое тело прям. Даже не хочет переходить на свободные места вниз. Запетлено, чтобы все сразилось. Силантик прям не засыпал, наблюдал, сдержался.